24-летняя певица обрадовала поклонников. Пелагея появилась на игре КВН в откровенном платье цвета фуксии. Музыкальный фестиваль «Голосящий КВН» 2020 состоялся в Светлогорске Калининградской области. В шоу выступили 13 команд. Их оценивали певица Пелагея и Полина Гагарина, актер и бард Семен Слепаков, шоумен Сергей Светлаков и телеведущий Валдис Пельш. Победителем фестиваля оказалась команда «Наполеон Динамит» из Тюмени. Она получила большого кивина в золотом. Финалисты высшей лиги 2019 сборная «Татнефти» Г. Альметьевск и сборная «Снежногорска» Мурманская область стали обладателями большого кивина в светлом и большого кивина в темном. Пелагея доказала поклонникам, что расставание с хоккеистом Иваном Телегиным пошло ей на пользу. Звезда стала более раскрепощенной. Для этого мероприятия она выбрала длинное платье цвета фуксии, декорированное воланами. Откровенный наряд без бюстгальтера подчеркнул фигуру заметно похудевшей артистки, а спущенные плечи сделали акцент на изящных ключицах звездной блондинки. Новая фотосессия Пелагеи вызвала ажиотаж. Поклонники певицы высказали бурный восторг от ее имиджа. «Да мурашек прекрасная вы, Поля, как фарфоровая кукла. Ну какая же вы красавица! Фантастически прекрасная фуксия! Развод явно на пользу, вы прекрасны, какая худенькая, очаровашка, Пелагея хорошеет с каждым днем. Этот стиль и прическа», — заверили фанаты. Пелагея провела середину августа в Ялте. Там певица судила игры высшей лиги КВН. Звезда в кружевном наряде обнажила плечи и живот на яхте. Молодая мама также предстала в сексуальном образе Мэрилин Монро. Трехлетняя Таисия стала голосистой девочкой. Недавно она зажигательно спела.